На свадьбе принца Гарри весело было не всем. В сети появились снимки бывшей девушки жениха, 32-летней Челси Дэйви. Гостья на них выглядит весьма разочарованной, печальной. Пользователи соцсети тут же отметили выражение ее лица хэштегом «Это должна была быть я». И обратили внимание, что девушка пришла на церемонию в темном. Но некоторые жалели Челси, мол, приглашать бывшую на свадьбу это довольно жестоко. Принц Гарри и Челси Дэйви начали встречаться в 2004 году и пробыли вместе ни много ни мало 5 лет.